Александр, вы где-то уже 8 лет в этой практике попробовали Алексея Кройтера, Диану Арлан, Андрея Сможевского. Вот по каким задачам вы бы рекомендовали пойти к Алексею, к Диане и к Андрею? Вот как они продвинули вас на этом пути, эти люди, и по каким задачам было бы лучше, в каком период вашего развития вы бы порекомендовали пойти к одному или к второму, к третьему регрессологу? Зависит от запроса. Алексей Кройтер – это быстрая, качественная работа и быстрый результат. Диана Арлан – это максимально щадящий, мягкий режим и тоже эффективная работа. Андрей – это глубокая и систематическая работа и структуризация.